Слава Богу! Хотел один отец пример подать для сына, и он начал наставлять: не вредничай, не злись и не кричи, смиренный будь в ответ на зло, молчи, других прощай, себя же осуждай. Таким путем нас Бог приводит в рай. Кто верит во Христа и так живет, наследует небесный город тот. Малыш шагал и слово принимал, вдруг рядом грузовик загрохотал, и колесом ударил прямо грязь. Тут буря началась, отец воскликнул: «Ах, растяпа он, не видишь, что ли, люди же кругом, остановить бы мне его сейчас, я показал бы ему бы в этот раз». И так еще он гневно продолжал, малыш, глядя на папу, прошептал: «Не вредничай, не злись и не кричи, смиренный будь в ответ на зло, молчи, других прощай, себя же осуждай. Таким путем нас Бог приводит в рай. Кто верит во Христа и так живет, наследует небесный город тот». «А это правда, папа, или нет?» — задал сынок вопрос и ждал в ответ. «Бог ждет от нас не слов, а дел порой. Тогда пример наш будет золотой. Легко учить, сложнее же так жить, чтоб близник к Иисусу приводить. Аминь».